В данное время производятся работы по пересадке деревьев с места, где будут производиться строительные работы. Пересаживается в районе 12 деревьев, остальные сухостой будет удален и утилизирован. Дальнейшее по воспроизводству деревьев в программах акции «Посади миллион деревьев» заказчику обязано высадить 54 дерева вместе указанного администрации Ленинского района. Великовозрастные их пересаживают с помощью спецтехники, экскаватора, крана-манипулятора. Выкапываем, готовим почву под посадку, завозим материал, чернозем, микроудобрения для восстановления корневой системы и пересаживаем таким образом.